Срок перечисления семьям президентских выплат на детей от 3 до 7 лет сокращен с 55 до 20 дней по поручению Владимира Солодова. Глава региона подчеркнул, что этот срок в 20 дней. Нужно четко выдерживать и контролировать работу Центра по выплате пособий. Мне идет вал обращений, где люди пишут, что они сдали в конце мая, в начале июня. И до сих пор не только не получили средства, но и не понимают, на какой стадии находится их заявление. И вот на самом деле это самое плохое, что граждане пишут, не понимая, то ли отказ, то ли не отказ, то ли просто потеряли их заявление. Но здесь нужно, хорошо, что работа проведена, на самом деле это серьезно.